веселиться твои клинки, Кратос. Go!
Изувеченные тела тех, кто пришел в поисках ящика Пандоры, лежат перед ним. И Кратос знал, кто был виновен в этом. Это был не первый раз, когда он видел разрушения, оставленные Аросом и его слугами, что пробудились вместе с ним. Кратос испытал это на себе за несколько лет до этого. Самый молодой и самый смелый командир спартанской армии. Кратос вселил жестокое безразличие в своих людей. Всегда было достаточно просто вести их через любое сражение до этого дня. Варвары с востока исчислялись в тысячах и ответили спартанцам без милосердия. Битва длилась несколько часов. Дисциплина и тренировки спартанцев немногое смогли сделать против беспощадных варваров. Перед лицами солдат шла резня, в то время как их молодой командир оказался перед концом своего пути и своей жизни. Но Кратос хотел выиграть любой ценой, даже ценой своей души. Арес! Уничтожь моих врагов! И моя жизнь твоя. Тот отчаянный призыв к помощи даст о себе знать Кратосу в течение всей его жизни. Во имя богов, чем я стал?